Мы начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них – ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать Савельева Виталия Геннадьевича. Виталий Геннадьевич, знаю, что вы готовились к летнему сезону и планировали количество досмотровых комплексов увеличить, но, видимо, поток большой. Что там сейчас происходит и что можно сделать для того, чтобы ситуация поменялась к лучшему? Пожалуйста. Да. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, после теракта на Крымском мосту 8 октября прошлого года был введен третий уровень безопасности, который предусматривает проведение 100% досмотра всех физических и транспортных средств на объекте. Данный уровень безопасности действует по настоящее время во избежание повторения террористических атак и провоза запрещенных грузов.